Еще о правилах. На протяжении 3 лет человек только окунается в холодную воду. Но исключения есть везде. У некоторых людей, пришедших сюда, отличные способности. Поэтому уже с первого посещения они начинают плавать. В Финляндии их называют нерпами, выдрами или тюленями. В Северной Америке они белые медведи, а в России – Польше – моржи. Здесь существует свое условное разделение на температурные режимы. Плавание в холодной воде – это от плюс 4 до плюс 15, и ледяной – от плюс 4 до минус 2. Когда для нее все только начиналось, Ольга совсем не ожидала, что все зайдет далеко и ее затянет так прочно. После тюменских показателей она желает установить рекорд в 33-километровом заплыве по Волге. Анжела Забашта, Константин Никитин, репортер 73.